административного дела номер 2-813 по административному исполнению номер 2-813 по полиции номер 19 межмуниципального управления обвинено Иваном Николаевичем межмуниципального управления ГУВД России Мишлезинской об ускоренном действии. Ну, во-первых, представляются старушки и старички перед Богом, когда умирают. Вы считаете меня уже умершим, что ли? Уважаемый, сразу сначала хочу просить вас немножечко лучше слушать, потому что я просил представиться, а не представиться. Документы, удостоверяющие личность, представляются? Кому надо? Вы предоставляете? Нет. Нет, тогда представьте мне, пожалуйста. Передайте. Передать не имею права по закону. Пожалуйста, передайте. По закону нарушите закон? Заявление о доходах имеется, Денис Владимирович? Да, сейчас составляю. Я правильно понимаю, что я могу в письменном виде все подавать? Сейчас. То есть вы не готовы? Не готов, составляю в процессе. Как много времени вам нужно? Предположительно минут 15-20. То есть вы не готовы заявлять о поле? Готов. Заявляю о поле письменно. Хочу предоставить в письменном виде просто. Еще подскажите номер дела, не могу нигде. В адвокате Р-813. 813. В судебном заседании объявляется перерыв.